По заявлению Всемирного банка, в отчете о международной задолженности примерно 30 стран оказались должны России около 23 миллиардов долларов в соответствии с двусторонними займами на период четвертого квартала 2019 года. Отмечается также, что ряд стран Африки имеют финансовые обязательства перед РФ по договорам, заключенным еще при Советском Союзе. Подробности на сайте.